Второй заход Вячеслав Андреевич пошел. Наш знаменитый дед жаростойкий. Спутнулся дедок. Ну, судя по мимике парильщика, понятно, что там жестковато. Также попробуем. У меня там, видишь, даже дошло до того, что общественная деятельность начала курировать. Ну, нормально. Пусть они сейчас занимаются, я спокойно. А Юра где? Нет, она не открыта. Удовлетворили. Бежал в пруд. Будь теперь как козырь. Я дед — живая легенда Баняфеста, поэтому я уделяю ему такое внимание. Дай бог ему здоровья, Вячеславу Андреевичу. Железный дед просто, вот железный. Ага. Сел на нижний полок. Вот в бане со скоропаркой Вячеслав Андреевич садится на нижний полок. Ну, кто этого пока не понял, тот может понять, познакомившись с дедом. Что там как? Веник кладешь, он это не падает. Ну, это специально, то, что надо делать. Он просил. Да, ну, мы предупреждали. Он любит вот это, знаешь, такого это... Он любит посидеть вот так и, знаешь, погреться. Ну, нет, просто... Он залез на нижнюю полку, Андрей. Да. Он может посидеть, Андреевич, погреться, но если гарить вениками, это будет больше обжигающе. Да, конечно. Ну, так специально для него экстрим сделали. А так, если понизить конец, то, мне кажется, веник... Это скоропарка. Чего-то вы на нижней полке сидели, а, Вячеслав Андреевич? Ну, ё-моё, ну что же. Не говно баня-то хоть? Нет, супер. Старому нравится, ну, значит, хорошо. Нормально? Ну, очень старались мы для вас. Замечательно. Ну, понравилось, надеюсь. Очень, очень. Ладно, спасибо.